Депутаты Ноябрьской городской думы запросили проект договора между администрацией города и обществом «Энергогаз Ноябрьск», который претендует на то, чтобы стать главным акционером инженерной инфраструктуры города. Такой документ в окончательном варианте должен стать некой подушкой безопасности для населения и муниципалитета, если приватизация коммунальных сетей Ноябрьска состоится. А предпосылки к этому уже есть. Ирина Потехина с подробностями. Это было переломное заседание Ноябрьской городской думы. Главный вопрос в повестке, он стоял под номером 9, звучал как утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества. Но по сути он был отправной точкой, которая запустила механизм передачи городских коммунальных объектов в частные руки. Всего объектов более 500, начиная от счетчиков воды и заканчивая котельными, газопроводом, электрическими и теплосетями. Исключены из этого списка только центральные теплообменные пункты, которые, как и сети водоснабжения и водоотведение, по закону приватизации не подлежат. Если анализировать перечень имущества, то, которое сегодня мы с вами обсуждаем, и то имущество, которое мы планируем по нашему решению передать в уставный капитал вот, на рассмотрение, то можно, в общем-то, увидеть, что сети, которые предлагаются к передаче тепловодоснабжения, есть 80-го года, то есть срок эксплуатации сетей порядка 20 лет. Износ тепловых сетей, к примеру, составляет уже 80%. Порывов и других технологических нарушений на них за минувшую зиму зафиксировано более 1500. И если сейчас не начать вкладывать в коммуналку деньги, то, по мнению главы администрации, следующей зимой у Ноябрьска могут быть большие проблемы. А планы по развитию города так и останутся только планами. Развитие нашего города требует, в общем-то, дополнительных объемов инженерной инфраструктуры. Нам необходима котельная порядка 500 мегаватт, нам необходимо сети тепловодоснабжения, канализации, поручено развитие 8 микрорайона, 9 и на строительство тех объектов, которые сегодня у нас уже находятся в стадии, в общем-то, строительства. Это жилой фонд 8 микрорайона, порядка 300 тысяч квадратных метров. Это ледовый дворец, который мы планируем построить с компанией «Газпромнефть». Это стадион, который уже тоже в стадии строительства находится. И объекты здравоохранения, которые обсуждаются в районе центра, спеццентра. На реанимацию нашей коммуналки надо более 33 миллиардов рублей. У города, равно как и у округа, нужной суммы для этого нет. Вкладывать в инженерную инфраструктуру Ноябрьска серьезные деньги готовы только частники в лице общества «Энергогаз Ноябрьск». И по мнению некоторых депутатов, частник гораздо эффективнее справиться с этой задачей. Хотя другая часть народных избранников опасается, что город может потерять свое имущество и ничего не получить взамен. Что опасно? Все на месте, котельные на месте остаются, контроль осуществлять мы можем. Люди вкладывают свои деньги, частичные деньги округа, там, не знаю, там, ну, свои деньги. Они что, будут воровать свои деньги? А вот извините, если будут вкладываться окружные деньги, проходить ремонт через ДМЗ, вот тут у меня большие сомнения, что они будут эффективно вкладываться в тот же ремонт котельных и так далее. Вообще о возможных рисках в случае приватизации коммунальных сетей депутаты спорили и говорили много. И на этом заседании, и прежде. Но теперь озвучивались уже конкретные предложения. И даже условия, на которых муниципалитету было бы выгоднее строить партнерские отношения с частным инвестором. Причем все это уже подкреплено официальными высказываниями и письмами прокуратуры и ямальских властей. Мы ни капли не потеряли контроля за ними, потому что мы осуществляем по отношению к ним как тарифное регулирование, так и все технологическое регулирование. То есть мы просто не дадим отойти от системы и систему каким-то образом недолжным содержать. По поводу того, что для города существуют риски утраты какого-то имущества, здесь можно в полной мере, и этих механизмов достаточно, обезопасить себя договором и всеми механизмами гражданского права, которых, благо, у нас в государстве хватает. Поэтому не вижу препятствий. Это риск потери имущества нашего, он исключен, потому что в случае ненадлежащего исполнения обязанностей, это второй как раз риск, есть способ, законный способ изъять свое имущество обратно по суду.
В итоге депутаты поручили главе администрации к 1 июня представить проект договора, на котором будут строиться партнерские отношения двух сторон – муниципалитета и «Энергогаз Ноябрьска», и в котором будут защищены интересы города и его жителей. Ирина Потехина, Григорий Куроптев. Новости нашего города.